Хазал Кая – одна из самых популярных и уважаемых турецких окрест в мире, хорошо известная благодаря своей активной гражданской позиции. И случайно фонд ООН в области народа и населения выбрал ее в качестве своего официального представителя в Турции. Хазал Кая, хорошо известная своей гражданской позицией по многим вопросам, которые волнуют современное турецкое общество, стала новым послом доброй воли фонда ООН в области народонаселения UNFPA Турции. Об этом было объявлено официально во всех социальных сетях. Представитель UNFPA в Турции Хасан Махташами заявил, что для них большая честь приветствовать такую успешную молодую актрису в своих рядах. Хазал Кая на пресс-конференции, который провел фонд на YouTube, призналась, что очень счастлива ощутить поддержку такой мощной организации. Много лет она пыталась сделать хоть что-то в одиночку и за это время прекрасно поняла, что чувствуют уязвимые группы в обществе. Для нее очень важно найти сторонников на этом пути. Актриса также отметила, что из-за пандемии количество случаев гендерного насилия в обществе значительно выросло. И она пообещала не переставать бороться за права девочек, женщин и других уязвимых социальных групп, чтобы они жили в более здоровом, безопасном и равноправном мире. Хазал, которая недавно перенесла коронавирус, вернулась к работе, снимаясь в сериале Netflix «Полночь в отеле Пьера Палас». А также она будет сотрудничать с фондом ООН, пытаясь улучшить жизнь турецкого общества всеми доступными ей методами. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами! И не забывайте подписаться на наш канал.